А сейчас я вам расскажу о своем очередном заказе сайта iHerb, с моего очень любимого сайта iHerb. Значит, в этот раз я заказывала средства в основном для лица, то есть основная масса, почему я заказывала, и также два средства для тела. Значит, начнем, пожалуй, с вот такой вот порошочка очищающего для лица. Это скраб, да, скраб. Здесь откручиваем, здесь такая, как в перцовочках, в специях, да, отверстие, короче. В общем, насыпан он был практически под самый верх, где я уже немножко использовала, как я его использую. Насыпаю в руку, беру молочко для лица, которым я не пользуюсь, которое мне не понравилось, способ очищения им, оно мне не понравилось, как очищает, но когда я использовала с этим скрабом, отличное молочко, отличный, как бы, скажем так, способ приготовления, и молочко заодно не жалко, не выброшу, и скраб использую, в общем, классно. Значит, беру этот скраб, насыпаю на руку, добавляю туда молочко и просто перемешиваю, потом наношу на лицо, массирую, и смываю. Лицо после скраба очищенное, мягкое, и кажется такое ощущение, что оно даже немножко как увлажненное. То есть пересушенности никакой нету на по ощущениям. Мне нравится, неплохая штучка, но, наверное, хочется немножко большего какого-то ощущения очищения. Вот так вот. Вот. Не знаю, закажу ли я второй раз, но у меня еще его здесь достаточно много, поэтому еще пользоваться. Следующее средство, которое я заказала, это такой вот тоник, очень большой, значит, с алоэ вера и розой, чтобы тут увлажняющий, витамин Е, без спирта. Я его еще не пользовала, ну, не использовала, не пробовала, даже не открывала, он еще у меня закрытый ленточкой, даже, ну, как бы, и самой этикеткой, даже не знаю, как он пахнет. Очень большой объем, 350 миллилитров. Но я еще использую свой старый от Now Solutions, да, или от Now Foods, не Foods, в общем, от Now фирмы, тот, который у меня с гранатом и чайным, зеленым чаем, по-моему, да. Вот там у меня еще осталось буквально на пару раз, вот когда я его использую, тогда приступлю к этому, пока не хочу его заранее открывать. Но как бы отзывы о нем хорошие, и то, что он безалкогольный, и так как у меня кожа без парабенов, гликоль-фри, полипилен какой-то, пропилен гликоль фри, в общем, увлажняющий, очищающий, должен быть хорошим, посмотрим. Следующее средство для лица я заказала от Dermaye, это такой вот Soothing Moisturizer Cream, Physiogenon или что, какое-то, в общем, средство, которое несколько разов, а то и там десятки раз более увлажняющий, нежели там витамин Е. Крем находится, хоть и кажется, что в стеклянной, но в пластмассовой баночке, пластмассовая крышечка, здесь 56 грамм. Вот. Запаха в нем вообще нету, я бы сказала. Ну, если есть, то едва уловимый. Выглядит он таким вот образом, таким телесного цвета, какой-то вроде аж немножко перламутровый. Немножко нужно, хорошо увлажняет, мне нравится. В принципе, очень довольна этим кремом. Хороший. Так, и еще два средства. Я заказала себе масло жожоба органическое. Для чего? После душа намазать тело. Но я в это масло добавляю несколько капель эфирного масла лаванды и эфирного масла апельсина. То есть для предотвращения растяжек, так как я сейчас нахожусь в положении, я беременна, вот, и чтобы не было же растяжек на теле, для хорошего увлажнения я заказала себе такое маслице. Также я сейчас еще доиспользовала крем свой, я туда тоже добавляю лавандовое масло и масло апельсина. Очень довольна, слава богу, никаких побочных реакций у меня нету, то есть, ну, мне подходит, все нормально. Масло единственное, что мне не очень нравится, но очень долго впитывается, ну, по крайней мере, в мою кожу. Возможно, я его много использую, не знаю, может, не настолько у меня пересушена там или сухая кожа, может, нужно меньше использовать, может, просто масло само по себе так впитывается. В общем, точно сказать не могу, не знаю, как оно на других девочек
на других девушках работает, скажем так, ну, на мне так вот. И еще один, это такой вот продукт, который я заказала, это такое мыло для ванны, ванила, лавандер, ванила сноу. Значит, я его не пробовала, все никак не дойдут до него руки. От Джованни, здесь 141 грамм, довольно-таки большой брусок, вот, сейчас его даже открою. Довольно-таки приятный запах, так вот выглядит это мыло, оно вроде как немножко побилось, когда ехала, наверное. Приятный довольно-таки запах, больше лаванды, но лаванды такой нежный-нежный запах, очень приятный. В общем, жалко, к сожалению, никак не, блин, хотела сегодня попробовать, но забыла его с собой взять в ванную, уже не стала возвращаться, мылась своим старым гелем для душа. Вот. Но я думаю, что у меня должно быть хорошее мыло, не знаю, вряд ли я буду плохо о нем отзываться, но все может быть. Если вдруг мне что-то не понравится из того, что я использую и попробую из того, что не пробовала, я вам обязательно расскажу в каком-то из видео, например, лузеря Айхерба или что-то типа того. Все, всех люблю, всех целую и всем пока!